Ну и перейдем к минералам яшмовой группы. На самом деле яшм такое количество, что я вам честно скажу, я не знаю всех яшм. И у меня не было опыта работы со всеми яшмами. Ну какие-то яшмы более известны. Та же самая красная яшма. Ее не подделывают. Ее невыгодно, неинтересно подделывать. Яшму вообще сложно подделать. Яшмой вообще по минералогическим так вот показателям считается любой минерал, любой кварцесодержащий минерал с тонким рисунком, с мелким рисунком. Вот. Яшма красная. Очень хорошо для женщин. Минерал номер один. Хотя минерал янский, как бы прокатывание крестца, ступней ног и низа живота. Правда, после этого нужно сразу же там заниматься этим, нужно порядка там ступни там 3 минуты, 1,5 минуты, 1 ступня, натирание даже. Вот возьмите голтовочку или шарик и просто натирайте ступни, но не через одежду, ни в коем случае через синтетические колготки, вот, а именно вот без, вот, то же самое имеет отношение и такой способ к натиранию крестец и низ живота, не через одежду. Минерал номер один. Как бы он укореняет женщин, мужчин тоже, но женщинам больше просто дает кровоснабжение органов малого таза и как бы имеет отношение непосредственная проекция, это матка. И дает все женские органы, весь нижний этаж, вся гинекология практически ставится яшмой, красной яшмой. И если заниматься этим, допустим, там 3 минуты ступни утром и необходимое количество энергии. Энергии огня и энергии земли. С красной яшмой, с кулончиком. Очень хорошо одели кулончик красной яшмы и идете, там, занимаетесь там, фитнес или здоровье. Очень хорошо как бы, работает. Энергия есть на то, чтобы заниматься именно там, зарядкой, там, фитнесом. Какие-то силовые тренировки очень хорошо заниматься именно с красной яшмой. Она включает физическое тело, заземляет, выводит на ядро земли, дает жар оттуда, жар земли, огонь земли. И увеличивает ваш как бы, огонь жизни, Муладхара, это базовая чакра, все, что отвечает за здоровье.